канал Кинотрафик. И это программа «Что смотреть?». С вами Андрей. Сегодня я расскажу вам о фильме «Битлджус». «Битлджус» — это фэнтези-комедия режиссера Тима Бёртона. Это фильм про семейную пару призраков, которые пытаются выселить новых жильцов из своего дома, но замечают, что их видит только девушка-подросток Лидия. Помощь себе они вызывают биоэкзорциста, но все идет не совсем по плану. Сам персонаж Битлджус участвует в фильме всего 17 минут. Этот фильм вышел в США в 1988 году. Фильм получил премию «Оскар» за лучший грим. Я бы тоже выдал за грим. Кстати, интересные факты. Студия Disney не хотела, чтобы фильм так назывался по имени главного героя. Бертон в качестве насмешки предложил название «Скарлетт Читлесс», что в переводе «испугался до усрачки». Студия все же согласилась на первый вариант названия. Так Бертон завоевал своего Битлджуса. Очень смешно. Название фильма с английского перевелось как «Жучиный сок». Факты очень необычные, а вам они понравились? Послушайте еще кое-что. На ТВ был выпущен одноименный мультсериал, в котором Битлджус и Лидия стали друзьями. Мультсериал просуществовал 4 сезона и закрылся в 1991 году. Я вроде слышал про этот сериал, но не интересовался. А вы слышали про него? Вот кое-что про актрису Вайнона Райдер. Она первоначально отказывалась принимать участие в фильме, посмотрев в сценарии «Мотивы сатанизма». На этом у меня все. Подписывайтесь на канал Кинотрафик. Если вам понравился наш обзор, то ставьте лайки и пишите свой комментарий.